Плохо я узнаю это место. Думаешь? А это место узнает тебя. Вот такая вот беда. Василен, вас долго ждать? Там снизу есть какая-то штука, похожая на твою мать. Так, доброе утречко. Ну где это я опять? Это что за труп? Ну чё, получил имперский штурмовик? Ха-ха! Василич, ты понимаешь, что это была явно неравная битва? Знаешь почему? Почему? Ну, во-первых, потому что он мертв, а во-вторых, где ты видел, чтобы имперский штурмовик в кого-нибудь попадал? Я не видел ни одного фильма «Звездных войн», чтобы имперский штурмовик взял и попал в кого-нибудь. Это бессмысленный набор людей, которые, я не знаю, просто пускают для массовки, что ли, может быть. Наверное. Подожди, а мы же уже были в этом месте. Мы тогда взяли кучу оружия, поехали наверх куда-то на лифту. Так, найдите два ключа. Да-да-да, найдите четыре кристалла. Гост-детектор. Это то есть, это детектор призрака, да? Ну, не знаю, может быть. Призраки! Призраки! Да это имперский штурмовик, видишь, он с кем-то дрался, опять не смог победить. Они никогда не побеждают. О! А это еще и пульт! Ну... Интересно, он завтрак может готовить? Ну ты откроешься или нет? Ты уверен, что это пульт? Что? Что? Да, Василич! Да, Лёха, я знаю! Что? Мы дебилы! В эпицентр взрыва встали! Понимаешь, я подумал, что это кодовый замок появился на двери. Ты не подумал, что это бомба? Я подумал, что реально это кодовый замок и нужно подойти и нажать. То есть, я так понимаю, мы немногим умнее, чем эти имперские штурмовики. Да мы просто дебилы. Только у него, в отличие от нас, нету никакого перерождения. Тут призрак. Какой призрак? А ты где? Василий, зачем ты ходишь куда-то без меня? Я упал. Куда ты упал? Зачем ты куда-то ушел без меня? Не ходи без меня. А остальные двери чё? Василий, ну ты же понимаешь, а вдруг бы мы участвовали в какой-то телепередаче, и ты куда-то входишь? Тут соседней двери. А вот эта дверь что, куда? Лёха! Василич, ты меня слышишь? Нет, ну ты никогда не ходи вперед без меня, ё-моё! Попался. Ты ведь понимаешь, что... Что не видят, не видят люди. Не знаю какие, но мало ли, вдруг за нами наблюдают, и они не видят, что происходит. Ну, Лёха, Лёха, знаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Я призрака засёк, ты где? Ну вот именно, вот, а его больше никто не увидит из-за тебя. А я опять вниз полетел. По дощечке, так и буду бегать. Зачем? Теперь 3 года. Надо в соседнюю комнату, я уже собрал, там хавчик. Давай ко мне быстрее. Сейчас патроны возьму чуть-чуть. Я слышу, как ты патроны набираешь. Ну правильно, а куда это я без патронов-то пойду? Так, в соседнюю, в ту? Да, открывай. Давай эти-то закрыть. А, подожди, а та комната тогда куда? Давай хотя бы в эту сходим, а? Здравствуйте. Какая-то замануха. О, здравствуйте! Ты там вызывал кого-то, нет? Пиковую даму там, не знаю. Кто-то тут пробежался, я видел. Давай ты иди вперед. Ну вот. Ну вот он добежался куда-то. Ага. 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 Да вот, вот открытые. О, снова призрак. Да какой призрак? Где ты их видишь? Я их не вижу, детектор находит. А, детектор находит. Я думал, ты их видишь.
Это... труп. Это что такое? Это труп. А почему? Зачем ему такая шапка? Ему холодно? О, зеленый свет, что это значит? А тут вот видишь крестик какой-то. Знаешь, я не почитал... А вон девочка стоит. Здравствуйте. Меня Лёха зовут. Василич, ты не умеешь с девушками знакомиться. Здравствуйте, вы очень хорошо выглядите. Я Лёха. Это ты не умеешь знакомиться. Ну да, если ты будешь стрелять в каждую пропавшую, проходящую девушку, мне кажется, ты их вообще больше, в принципе, не увидишь жизни. Ничего. Нет, так. Что-то их здесь слишком много. Подожди, ты заметил, что мы с тобой ходим кругами? Так, мы не хотели вот в эту дверь. А теперь она раньше не открывалась. Что? Ну, там патруль. Патруль. Спасибо за... Спасибо! А что, у тебя этого нет, что ли? Есть, я просто это решил. А что значит так... Норф патрул? Погоди-ка. А-а-а, вон о чё. Детектор, пошли. Пошли. Что здесь происходит? Ну, не знаю, здесь какая-то ерунда явно. Василич! Что? Там кукла Маша была. Маша! О, призрак! Где? Да я не знаю, он просто пищит. А, он водонепроницаемый. Офигенно. А ты как думал, современные проблемы требуют современных решений? Правильно. Чтобы открыть эту дверь, вы должны найти ключ и открыть это. Ага. Понял. А мы что, сразу не могли найти ключ? И почему нам какие-то стрелочки указывают, куда нам идти? Теперь, говорит, иди сюда. Короче. А вот. Чё, кто, где? Да я скушал дверь. Я не вижу никакой ключ здесь. А, вот он лежит. Хитро запрятали. Обычно под ковриком прячут. Ну да, я тоже все детство под ковриком прятал. И что самое главное, меня ни разу не ограбили. И соседи тоже. Соседи добрые были. Да ладно, у всех раньше и замки были одинаковые. Мне мама как-то рассказывала, говорит, у нее тетенька на работе, говорит, домой приходит, и у нее мужик в гостях спит. А он просто этаж перепутал пьяный и зашел не туда. А обстановка примерно одинаковая, и лег, говорит, спать. Причем это реальный случай. Он глаза открывает, ты чё, говорит, женщина, орёшь на меня, иди из моей квартиры. Говорит. Я могу тебе интересную историю рассказать. Давай. Как-то в детстве... О, нифига себе, он повис, висит такой. Как-то в детстве я съел крысу. Всё. Это очень-очень интересная история. После этого я захотел съесть Лёху. Ой, дядя, я... О, тётенька, ну-ка... Василич! Убери детей от экрана, она по-моему голенькая была. Каких детей? Не 17. Знаю. Нам нужна одежду взять где-нибудь. И одеть ее хоть что-то. На! Зачем? Чтоб я поднялся. Опа. Как хорошо. А ты к ней хотел подойти или что? Или у тебя... А туда можно залезть? А я опять тону! Тонешь? Призрак! Где? Где? Где призрак? Да, я вылезу. А как ты вылез отсюда? Разогнулся! Оп-оп-оп, смотри, лезу, сейчас вылезет! Ничего не вылезло так. Из меня, нет. Куда дальше нам? Давай вот сюда дальше. Так, не понял. Мне очки надо покупать скоро. Здесь опять вот этот Норфен Патрол. А может эту штуку нужно разбить? Ага!
Так, а что тут у нас? О, синим загорелось! Оно синим загорелось! Лёха! Лёха! А ты где? Лёха, я... Ай! Нифига у меня... Ничего, что я там черный кристалл нашел и ты меня к себе увел, а я его не взял. Да сейчас пойдем. О, я нашел арбалет. Молодец. Терпи назад, средневековье нужно куда-нибудь. О, опять. Давай, что это такое просыпается? Ну подожди, стой, нам нужно же кристалл взять. А у нас еще... Пойдем за кристаллом. Пойдем. Мы нашли Power Box. Блин, Power. А? Что за фигня? Я кристалл взял. Возьми кристалл. Где ты? А там в комнату заходишь, такой кристалл на полу лежит. Срочно возьми его. Ну там вот где стрелка, только в другую сторону, там буква С еще была за поворот, и там кристалл черненький маленький на полу. Сейчас. Тут у меня снова детектор. Детектор. Да забей на детектор, тебе нужно срочно взять кристалл. Ко мне тебе нужно попасть. Сейчас, я найду, я просто слепой. Ну как мы заходили, куда я первоначально уходил, в ту сторону. Сейчас, я просто слепой. Ну, прям на полу справа за поворотом, прям такой черный кристалл. Сейчас, я просто... Да, вот возле огня ты правильно идешь. Да, справа. Да, и там проходишь чуть и видишь. Нашел, ну на полу прям кристалл черный стоит. Я это... Лёха, тут проблема, походу его нет. Или он есть? Или я слепой? Подожди, я уже к тебе. А, он здесь был. Блин, а почему он не работает? Нет, он просто на самом деле закидывал в озеро и хотел посмотреть, как ты тоже упадешь в озеро. Ну ладно. Ах ты! То есть вот так, то есть я думал, там другу надо помочь, а он в озеро кинуть. Ну просто товарищ, просто... Мне кажется, это опять финальный лифт. Лёха, я проверю тебя на призрака. А, нет, ты дебил. Вот это я предугадал. Ты вот что сейчас сделал и зачем? На тебя кукла упала. Какая кукла? Сверху кукла какая-то упала, и тут ломается пол. Ты стоял на стекляшке. Мне как к тебе-то прийти? Сейчас, погоди. Я лечу, Василич. Не знаю, как я научился лететь, это, видимо, адреналин. Лёха, не наступай на этот пол. Почему? Потому что, видишь, он ломается. А, я вижу. На тебя кукла упала большая. Значит, ты теперь еще и куклами занимаешься, да? Так. Активейтед! Активейтед! А! Вот так, то есть. Да, Василич. Так тоже можно было. Здесь еще одна волшебная ваза. Оп, ну ладно, она просто взялась. Один еще остался кристалл. Это крик был? Я не понял. Ну просто. Кто-то кричал, да? Да, ну просто был какой-то крик. Призрак. Тут призрак. А тут какой-то чекпоинт. Не знаю, что такое чекпоинт, но мне нравится. Так, а почему медленно открывается? Наверное, сейчас что-то произойдет. Ой! Это так не работает, это вот так... Да, Василич, проходи уже, куда? Чё ты встал-то? Не пройти, не проехать. Ну, чё непонятно вот? Я ничего не вижу. Да нафиг тебе эта фигня вообще нужна, смысл? Кого ты не видишь? Только не говорите, что я её уронил. Ты её уронил?
Да я на... Да, господи, да чё ж ты... Почему я просто не могу вот так взять и перепрыгнуть без зимни? А, то есть на вторую можно сразу, да, понятно. Ты заберешь ее, нет? Я заберу, я заберу. Моя штука. Ну твоя так твоя, ради бога. Ой, девочка, здравствуйте. Где? А вот стояла, смотрела. А вон какой-то, я не знаю, зомби или кто это был. Ну с глазом у него явно Рамс был. Ты прикинь, да? Да. Ты просто в самом конце пол взял, провалился. Да вы издеваетесь, что ли? Подожди, ну я ж могу сразу... Нет, на вторую можно сразу. Как же это сделано? Почему я, когда прыгаю, я не вижу эту дощечку, на которую я прыгаю? Может, она толщиной меньше миллиметра? Так, туда я не смогу, может, я ударюсь об что-нибудь. И здесь, я надеюсь, не обвалится больше. Так, все, Васильич, где это? А, вон. А ты будешь забирать штучку? Да, сейчас, погоди. Это что? Вот я ее тяну. Или ты ее тянешь? Я не знаю, что со мной, я нахожусь. Да, вот. Подожди, как ее понять? А, она призрака засекла! Василий, если ты на соседнюю запрыгнешь, оттуда притянем, как бы. Ты понимаешь, нет? Ну, физика в мире работает так. Василий, ну отойди, на соседнюю запрыгни. Ну вот, на соседнюю запрыгни, оттуда притяни. Ты издеваешься? Легко! Хочешь тебе скажу одну интересную вещь? Какую? Вот, все, я взял. Я тебе сказал, просто... Эх, я не вижу платформ! А, вон оно что. А как ты тогда по ним прыгаешь? Ты что, ослеп, что ли? Да! Так опять! Ты, так ты сходи, я не знаю, какую листу что есть. Леха, ну знаешь, в чем проблема? Ну вот, встань за мной, Вов, все. Заберешь сейчас, вот забирай свою штучку. Кто-кто мычит? Алло! Чё мычим? Ой! Ну чё? Вам чё, треснул? Василич, ты ведь понимаешь, что эти люди могут оказаться просто мирными жителями? Нет, они такие же, они и мирные, я тебе скажу. А, он нашёл детектор. Я что-то взял. Отойди! Я чуть не отъехал, Васильич. Ты же... Почему? В смысле? Я только что стена взорвалась, блин. А ты сзади коробку подвинул, я выбежать не мог. Или не знаю, или зомби подвинул сзади коробку, я без понятия. Какой добрый зомби. Ты идешь, нет? Да. Не убей меня! У меня очень плохо со здоровьем. Чё потерял? Ты же ее на стену повешал, она стену взорвала. Нет? Стоп! Я разве ее повешал? Но она на стену повешалась, и стена взорвалась. Жалко. У пчелки в попке. Да. Да что за ящики отовсюду постоянно берутся? Опа. Молодец, много мне оставил. Спасибо. Да, Лёха. Да. Сковородка. Ах, я сама доброта. Просыпайтесь. О, девочка. А почему она голая ходит? Ну что, в бане в женской, что ли? Так, не понял. Я хотел кастрюлю в нее запустить.
Это типа мой комплимент. От шеф-повара? Нет! От пикап-мастера! Больно. Ой, вообще больно. Что? Какая-то странная музыка. Ты уже забрался с ним? С кем? В смысле, с кем? Вот здесь зомбак стоял какой-то. Призрак был, ничего больше. Кто орёт? Я слышу вас. Желудок твой орёт. Вниз! Уэй! Тут кто-то был? Ха! Оперативно! Кто смеется? Застрелю! Васильич опасный! Какие вороны в пещере, блин? Откуда они вообще сюда залетели? Я вас понял? Я вас понял! Васильич! Васильич! Тихо, успокойся, ну там же прям нарисовано. Возьмите две коробки и перепрыгните. А ты стоишь и коробки разбиваешь все. Да? Вон, видишь надпись на спине, на стене? Две коробки нарисовано. Состакайте их. Вот, стакаешь две коробки и запрыгиваешь наверх. Фу. Где бы мы брали еще коробки? Я бы их сломал. Это твоя собака? Вставай! А подожди, нам, наверное, сюда эту штуку надо. О, а это что за тень? Оп, еще один нашли. Ой! Что это? Ну все, Василич, ты все сломал? Все, запись закончена, ты все сломал. Все. В смысле? О! РПГ! Оп! Чё? Ну всё! Вам капец! У Василича есть! Да чё меня, РПГ! Чё меня бьёт? Что тебя бьёт? Слушай... У меня жизни по чуть-чуть стоп, снимаются. Смотри, показано. Сломайте. Возьми, говорит, РПГ, стрельни сюда. Василич, ты серьезно сегодня немножечко ослеп? Нет, я серьезно, сегодня немножечко тупой. А, ты что, я с каждым день тупой. Где мой детектор призраков? У меня вот единственная проблема, что у меня патроны скоро кончатся. Идите сюда! Идите сюда! Идите сюда! Хавать хотите, да? Давай, Василич, ты справишься! Я верю в тебя! Спасибо, ты Лёха, все, всех, спасибо. Всех убил, молодец! Твоя вера в меня помогает мне совсем. А вот понимаешь, вот тот парень, который валяется в кузове, он не всех, видимо, убил. Все, мне кажется, это достаточно патронов, но мне почему-то кажется, что сейчас будет этот. Ну все, конец сейчас будет. Ты видишь, парень лежит? Отдыхает. Вижу. Опа! Да неужели? Что там? Волшебная энергия наполняет мое тело, вот что там. Ага. О.
волшебной энергии мне не оставил. А вот еще есть. Нифига тут чего только не лезет. Че, серьезно? Здравствуйте! Как-то... Стоп! Стой! Мы здесь были! Да! Понял! Нам сюда, наверное! Опять девочка! Да что ей надо постоянно? Что? Кто бьет меня? Уходите! Панические атаки! Вспышки памяти! Стоп! Я налево, ты направо! Понял. А может направо вместе пойдем? Ну пошли. Куда пошли? А, нам все равно ключ нужно найти. Че всем надо? Мы, может, пойдем справа глянем, что там было, нет? А Василич? Пойдем. Тебя вообще не удивляет, что я летаю, да? Нет. А, ну тут все просто. О, что за дикобраз? Ты видел, там был здоровенный дикобраз? Да, видел. Мне кажется, Василич. Что? Может, у тебя это со зрением немножко проблем появились, нет? Да нет. Нифига себе, я подпрыгнул. А зачем мы сюда пришли? Опа. Ну, чтоб, наверное, пойти сюда. О! И здесь взять последний кристалл. Йорфа. Я ключ взял. Вот опять ты все сломал, Василич. Да Подожди, этот детектор появился где-то. Ну, было написано, что детектор призраков. Слушай, а нафига вообще этот детектор нужен? Не знаю, но... Мне просто сказал, он нафиг не нужен. Как будто мы и без них призраков не видим. Подожди. Найти не могу. Что? Помоги найти кирпичик. Не вижу. Вот он! Да, реально это он, аж через стену провалился. Что? Нифига, у кого-то отрыжка. Чего? Не понял. Я тоже ничего не понял. Вот теперь понятнее как-то все стало. Ой! А нет, 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 Лех! Нет, Лёха! Мне патроны! О! Я быстрее! Я помогу сюда. Тебе, Василич! Сюда, Лёха! Я спасаю тебя! Да я как бы и так за тебя! Быстрее! Василич, крушить! Василич, крушить! Чё, это всё? Нет! Далеко не все! Ох, Вьетнам, Джонни! Видел бы ты меня сейчас, Джонни! Джонни, Джонни! Откуда у тебя ракетница, блин? Ломали же стенку! Точно! А почему у меня нет ракетницы? Потому что я вижу, что там будет быть! Эх, Соня, видел бы ты меня, гордился! Василич, а почему я держу в руке гранаты, и у меня написано, что у меня нет гранат?
Потому что это я! Давай, подходи ко мне по одному! Еще, еще, давай! Давай, беги! Уходи! Да они когда-нибудь закончатся вообще, нет? Подожди, Василий! Я понял, Василий! Что? Да ё-моё, блин, да не то взял! Василич, это... Нам сюда. Как бы ты понимаешь, что нам было не обязательно их убивать? Ну, я вспомнил старые добрые. Мы просто могли все это время уйти. Здесь просто здоровенная надпись на стене. Пойдем, Василич, отсюда. Пойдем, пойдем. Ты идешь? Да, иду. По нашим домам, пожалуйста, купи мне очки. Блин, тут дверь закрылась, пока ты это. Хорошо, я куплю тебе очки. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ноги! Плавятся по ноги! Стенке. По стенке иди! Из... Зачем нам указывать на этот ящик? Отойди. Хопа! Чё хопа-то? Здесь вон дальше проход есть, хопа. Ага. Как-то так вот оно работает. Вот там и патрончики имеются. Слушай, а кто эти штуки размещает здесь? Которые лечат нас. Опять Норфан Патрул. Страшно. Очень страшно. Я только хотел сказать, что... Что происходит? Какая-то фигня происходит, Василич, мы все умрем. Там патроны от ракетницы есть, ракетница, отстреливайся. Василич, у тебя ракетница есть. Я знаю. Так стреляй ей. Стреляю. Молодец. Только не по мне, главное, стреляй. Чуть по тебе не попал. А чё за музыка играет? Мы спасаем мир! Ой-ой-ой-ой-ой! Да что здесь происходит-то такое постоянно? Василич, сзади, сзади! Да! Мать! Где мой дробовичок? Родименький! Давай, спасай меня! Джонни! Джонни, ведем под меня! Гордюсь! Джонни, ради тебя! Ради нашего любимого! Арбузовича! Арбузович, крушить!
Васильич, ладно, пока ты занимаешься непонятно чем, я сделаю то, что нам нужно сделать. Я ставлю кристаллы. Активирую. Что-то, не знаешь что, но сейчас что-то будет. Возможно, бесплатные обеды будут. Не знаю. Отлично, Василий. Жму на кнопку. Жми. Василий, заходи. Заходи, Василий. Захожу. Закрываем дверь. Они по-любому не умеют ручками пользоваться, да? Давай. Так, и что мы делаем? Мы ракету запускаем. Леха! Нам назад надо. Ты думаешь? А может, нам нужно в ракету и улететь? Лёха! Василич! Да. А нам и так нужно с ракетой что-то сделать. Запрограммировал на самоуничтожение. А, подожди, что? Откройте 5 дверей, чтобы запустить. А, вон. Или открыты 5 дверей. Лёха, иди сюда. Может быть, в каждой нужно на кнопку нажать, нет? Давай. Я не понимаю, что... А, вон, показывает. Спасибо тебе, стрелочка. А куда она показывает? На фигню пусть пока. Она никуда не показывает. А, стоп, смотри-ка. Так я так и залазил первоначально наверх. Как бы... А чё она тогда просит? Не знаю. А, может быть, он говорит, вам нужно обоим зайти в пятую и типа запустить. Или... А, Василич! Василич! О, это что за фигня, иди отсюда. А, какого лишь? Он там снизу купается. А чё, а куда идти-то? Тут как-то выбор невелик. Ваше предположение, Василион. Василион, что вы об этом, обо всем думаете? Я думаю, мы должны что-то... Ты меня сейчас чуть не скинул. Вон там есть проход, Василион. Василион. А, вижу, зашел. Отлично, теперь главное мне туда зайти. Меня подожди, главное. Отлично. Пойдем, Василион. Что? Что происходит? А, тут лестница. Мне иногда кажется, что мы с тобой вдвоем лизать, как говорится по-русски, психушка. И нам все это снится. Страшно. Что происходит? Где мы? Это действительно, это огромная психушка. О, понял. А у тебя есть раскладушка? Стой, а тут поезд. Стой. Тут... Вкусняшка? Что происходит? Что происходит со мной? Меня как будто кто-то бить. Нам нужно туда. Я бы его в ответ отлупить, если он меня бить. Самого себе? Не. Почему мы не сам такую херню? Василён, а вы точно существуете? Тоже вопрос к вам, Лёха. Но мне кажется, что вы не существовать на самом деле. Вы есть плод воображения. РПГ. Теперь разговор будет очень короток.
Подожди, так, нам еще нужно искать... Сюда. А, отлично. А тебе не кажется немножечко странным делать вход в комнату через вентиляцию? Это ж неудобно ходить. О, добрый вечер! Вот это... Вот это удар! Стоп! Леха, я узнаю это место! Думаешь? А это место узнает тебя! Вот такая вот беда! Василен, вас долго ждать? Там снизу есть какая-то штука, похожая на твою мать. Что? Да я не знаю, что за чушь я несу. Кто говорит здесь? Опа! Подожди, это же матрица. Мне кажется, у вас подростковый синдром. Подожди. Вы начали говорить что-то подожди, про мою маму. Подожди, это матрица. О, стоит кто-то, Карлик Нос. Он ушел искать навоз. Что вы сказали про мою маму? Ты ведь понимаешь, что тебя все равно не существует? Ты ведь понимаешь, что я вот сейчас... Вот он тебя... опять Василен! А, Василен, дверь! О, кто-то опять стоять. Почему они постоянно стоят здесь и наблюдают за нами? Что-то будет. Что-то будет. Если сюда кинуть одна граната, точно что-то будет. Не, ничего. Ничего. О-о-о, отходи, отходи. Подожди, там оттуда идут. Отходи, Васильич, я тебя прикрою. Что? Нет, 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 бомба, не надо. Почему ракетница патронов нет? Потому что у нас будет хэдкраб на обед. Стой, мы все, всех убили? Я спрячусь. Нет. Они идут. Василен, они идут из темноты. Там ведь ничего нет. Как они могут выходить оттуда? Мы что, в фильме «Чужой»? Оп-оп-оп! Она сейчас, мне кажется, рванет! О, ты мне аптечку закинуть прям в руки! Спасибо, Василен! Пожалуйста! Аптечка! Кушай, кушай, родной! Кушай! Подожди, а тебе не кажется, что нужно что-то сделать? Что за фигня, Василен? Василен! Леха, мы дебилы. Мы подохли. Подожди, мы в раю? О, нет, это не здравствуй. Не о! Чё, чё, кто, кого? Ура! 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 Нифига ты видел, как он на голове танцует? А выйти нельзя. Леха, что это было? Я не знаю, что это было. Но здесь мы нашли много пива. Вот оно наше награждение. Раз, два, три. Семь ящиков. Семь ящиков пива? Вина. Пиво. Оу, а у меня кончились гранаты. Ты мне скажи, почему он танцует на голове, и остальные ему хлопают. Я без понятия, однако... Леха, я могу сказать лишь одно. Мы горим? Ты это хочешь сказать? У нас все огонь. Да, у нас действительно все огонь. Больше всего огонь у этого парня. Я тебе явно говорю, что... Василич, мы, походу, мы в психушке реально.
Я тебе честно говорю. Как этот парень может танцевать на голове? А перед этим нам везде казаться. А эти еще стоять ему танцевать, когда даже музыка не играет. Ну ведь это немножечко странновато. Хотя после такого количества пива я здесь вообще ничего странного не вижу. Надо звать походу начальника, потому что я не знаю, что происходит. Может он мне объяснит все это, а? Мне тоже так кажется. Подожди чуть-чуть, маленькая проверочка, Василий. Нет, проверочка не удалась. Что это? Чем ты их закидываешь? Немножечко под... Начальник! Я начальник! Итак, здорово, народ, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Максим Чанл. Сколько мы это снимали вообще? Сколько? Честно. Почти час. Мне тоже кажется, что что-то около часа мы снимали. Такие, сейчас буквально снимем что-то быстрое, на 10, на 15 минут будет, и все. Мы снимали это час. Так, я не знаю, что ну, это было вообще. Карбас, вот это вот карбас. Да. Смотри, на это. Я помогу ему. Давай. Так, ребят, не забываем подписываться на мой канал, на канал Васильича. Ссылочку вы найдете в описании. Ставить лайки. Если досмотрели до конца, прям напишите. Я досмотрел до конца. Я круче, чем Васильич. Ну, то есть вы, не я. В смысле? То есть не понял. То есть... Не-не-не, подожди. Ну ладно, не круче Васильич, круче, чем... Как мы назовем вот эту штуку, которая крутится на голове? Я даже не матрешка, что ли? Не, назовем его этот. Кто? Назовем. Как? Зубилыч. Да, пишите, если вы досмотрели до конца, что вы круче, чем Зубилыч. Хотя, мне кажется, круче Зубилыча не может быть никто, ни я, ни Василич. Не забудьте поставить свои царские лайки и так далее. То есть, если вы хотите продолжение, то напишите об этом тоже в комментариях. Леха, смотри, ласки постирал. Хотя в выпуске сейчас мне показался так себе, предыдущий был лучше. Ну, я так понимаю, сначала выложу предыдущий, а потом этот. Но все-таки как-то вот так вот все. Василич танцует. Мы, как всегда, стоим, какой-то фигней занимаемся. Всякой ерундой. Я хотел бы посмотреть на тех людей, которые смотрят это час и до конца. Они действительно существуют, как ты думаешь, Василич? Я не хочу думать, я хочу танцевать. Так, все, это ладно, ребят, давайте на этом закончим. Забываем подписываться на канал. У Василича выйдет скоро куча роликов. Сейчас выходит куча игр, значит, Василич снимает кучу роликов, кучу теорий. Василич вообще теоретик от Бога. Теории от Василича. Теории от Василича. Да, мне кажется, тебе прям нужно канал назвать «Теории от Василича». Так, не понял. Василич уходит. Куда? Василич. Все, ушел, Василич. О, к Зубилычу. От Зубилыча еще никто не уходил. Ну тогда окей, погнали, Зубилыч, Василич и Зубилыч на сцене. Ху-ху. Так, все, ладно, ребят, на этом все. До свидания всем. До свидания. Василич, почему мы опять с кем-то разговаривать и говорить им до свидания? Как будто нас кто-то смотрит. Мы что, с тобой сниматься в каком-то шоу? Реалити-шоу? Я не знаю. Только не ешь Зубилыч, а Зубилыч хорош. Нет, Зубилыч мой товарищ. Товарищ Зубилыч. Все, отлично, Василич. Я пошел спать, я не понимаю, что здесь происходит. Мне очень странно так чувствовать себя. Все. Я спать. Я тоже спать. Пока. Стоп. Пока, Василич. Пока, Зубилыч. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Уходим все. Зубилыч, до свидания.